Православный предприниматель Герман Стерлингов предложил казнить учеников Владивостокской школы номер 74, которую устроили БДСМ-флешмоб. Казнить. Детей. Стерлигов. Стерлигов. Все сошлось. Я хочу напомнить, что было. Давайте разбираться. Одиннадцатиклассники устроили флешмоб в костюмах БДСМ на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку. Значит, в департаменте образования Приморского края посчитали произошедшее недопустимым. Чиновники пообещали принять меры, пообщаться с выпускниками и их родителями. Герман Стерлигов считает, что действия школьников можно расценивать как пропаганду гомосексуализма. С этим сложно не согласиться, потому что легко себе представить, как один солдат говорит другому: «Все, товарищ майор, ухожу я в геи». А что так? Ну так, посмотрел видео, как школьники заклеивают соски изолентой, как с катушек съехал. А вдобавок ко всем обвинениям Герман Стерлигов в эфире программы «Место встречи» на НТВ заявил, цитата: «Я христианин, поэтому считаю, что они заслуживают смерти». Какая логика прямая. И никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии, заявил христианин Герман Стерлигов. Ну, во-первых, казнить — это по-христиански. Во-вторых, когда дети какую-то глупость делают, единственный возможный выход — это казнь. Да. Тем более, не будем забывать, это все-таки школа. Этот урок они запомнят надолго. Все знают, да, про Германа Стерлигова. Это же человек, который известен тем, что у него есть сеть булочных, и на входе вся табличка «Педераста, вход воспрещен». А он сам-то может туда зайти? Вопрос. Ну, конечно, может. Он же хозяин магазина. Его же эта надпись не касается.